Наша подмосковная Англия стартовала прошлым летом. Интенсивные занятия, игры на команды образования. И не только для подростков, но и для малышей, которые учились строить дружеские отношения. Были мастер-классы по хип-хопу, которые заинтересовали не только детей, но и преподавателей. Были сказки на ночь с задуванием свечей для малышей и дискотеки для старших. Подготовки к проектам, множество спортивных игр и состязаний. Была утренняя зарядка, на которую с радостью бежали все. Обучение игре на укулеле. Было рисование и творческие мастерские. Концерты с ярким самовыражением. Были вечерние костры с танцами и песнями под гитару. Много-много музыки. Квесты и головоломки. Еще много-много всего. Не только для подростков, но и для малышей, которые учились строить между собой дружественные отношения. Мы получили бесценный опыт и с нетерпением ждем следующей смены.